сентября мы не снижаем накал нашего празднования. Сегодня много мероприятий уже состоялось. Сегодня вечером замечательный проект будет на набережной впервые. Фейерверк замечательный будет также с нового места. Впереди очень много эмоций. Но сейчас, в данный момент, мы впервые в истории нашего города, впервые в Бресте апробируем интересный и, как мне кажется, беспроигрышный вариант этого замечательного жанра парада оркестра. Он зрелищный, он красивый, он затратный организационно. Я думаю, вы представляете, насколько стоило нам, городским властям, принять столько гостей. Я благодарен вам, уважаемые оркестры, которые прибыли к нам на праздник. Спасибо, что вы с нами. И я почему-то надеюсь, что этот парад, этот формат мероприятий будет у нас традиционным, потому что точно так же, как кто-то считает, что тысячелетие отпразднуем и дальше в городе все станет, этого не будет. Точно так же первый год второго тысячелетия, ровно через год, мы будем праздновать так же ярко, эмоционально, как мы празднуем сегодня миллениум. Город не останавливается на достигнутом. Он красив, современен и привлекателен. В этот день наш любимый Брест, так и, как и каждый именинник, принимает подарки, поздравления и, конечно же, гостей, участников международного парада оркестров. Для вас поет Екатерина Лобкович, солист Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь Андрей Логвинов. Встречайте!